Вчера еще солнечным вечером в непосредственной близости от центра Екатеринбурга вспыхнуло и, благодаря отчаянным стараниям множества отзывчивых граждан, сгорела не вся дотла легковая машинка таксомоторного рода занятий. Вот буквально на работе сгорела. Воспаление подхватил Volkswagen Passat в половине шестого, стоя на перекрестке Чапаева с Большаковым. Очевидцы успели заметить, что при жизни она была украшена рекламой конторы «Ситимобиль». Причем стояла она, не будучи припаркованной где-то поблизости, а прямо в левом ряду у стоп-линии у светофора. Приехала сюда по Чапаева, двигаясь на периферию со стороны центра. То есть красный петух напал после того, как красный сигнал светофора ее остановил. По предварительной информации, таксист, выскочивший из нее, был в одиночестве. Он бросился в бой с огнем, с огнетушителем. Его поддержали коллеги-автомобилисты. Более того, подоспела даже подмога из соседнего офисного здания, откуда притащили уже настоящие большие огнетушители, не чета автомобильным пукалкам. Но и они не шибко помогли до конца потушить Passat. Огонь опять разгорался. Пожарные, примчавшись как положено быстро, силами пяти бойцов при одной машине, затушили этот пожар на 2 метрах за 2 минуты. Блин, она же на горбушке висела. Наверное, да. Может, колбануть. Судя по огнеборческим сводкам, на этих 2 квадратных метрах уместился моторный отсек Volkswagen. То есть где-то там в розовых снах оптимиста-теоретика этот пепелац и обуглец подлежит восстановлению для немедленной продажи в рубрике «Не бит, не крашен». Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.